Здравствуйте. Заехал на объект. Здесь производятся работы по наружной отделке фасадов каркасного дома. Дом построен по каркасной технологии, то есть с наружной стороны, если вы приглядитесь, увидите плиты OSB-3 толщиной 12 мм. Внутри деревянный каркас и утеплитель. С наружной стороны ребята приклеивают пенополистирол на клейце резит СТ-84. Пенополистирол толщиной 50 мм. Приклейка осуществляется на клей СТ-84. Овсеп, покажи, пожалуйста, баллон. Вот так вот выглядит баллон. Значит, клей наносится по периметру, то есть полная окантовка. И в середину наносятся две горизонтальных, ну, если какой-то особый случай, три горизонтальных полосы. Вместе устройства Г-шки к клейпену уходит немножко больше. Но это связано с тем, что угол – это все-таки концентратор напряжения, поэтому на Г-шку больше приходится устанавливать прижимных втулок с оцинкованными либо анодированными саморезами. Видите, они здесь используются для фиксации во время приклейки, и дальше они уже подкручиваются для постоянного крепления листов на фасаде. После того, как фасад будет полностью отделан пенополистиролом, запенены стыки, выполнен базовый армирующий слой, будут приклеены декоративные элементы. Как вы видите, сейчас один из элементов, ну, примерно приложили на фасад, для того, чтобы заказчик произвел выбор. Овсеп, покажи, пожалуйста, саморезы какие. Втулку, саморез отдельно. Вот они, да? Бийский. Спасибо. Так что вот так вот выглядит технология отделки каркасных домов. Причем, чем интересно, если захотите, данный дом можно выполнить в клинкерной плитке. Вы наверняка видели несколько фасадов, выполненных нами, где фасад облицован клинкерной плиткой, и никто никогда не догадается, что ваш дом на самом деле каркасный и сделан из OSB. Можно выполнить штукатурный фасад, можно на фасаде выполнить элементы, имитирующие дерево, натуральный камень. Это так называемые системы визаж. Очень интересная технология, которая может имитировать фактуру натурального брошированного дерева, может имитировать фактуру натурального камня, фактуру той же самой клинкерной плитки. Так что вот как выглядит технология. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо, удачи, до свидания.